Здравствуйте! Тема сегодняшнего урока – арифметическая прогрессия. Давайте сначала вспомним, что такое арифметическая прогрессия. Это числовая последовательность, каждый член которой равен предыдущему сложенному с одним и тем же числом. Это число называется арифметической прогрессией и обозначается через D. Давайте на примере рассмотрим числовую последовательность 3, 6, 9, 12 и 15. То есть арифметическая прогрессия у нас идет от первого числа и каждый раз увеличивается на одно и то же число. В данной последовательности первый член арифметической прогрессии равен троечке. Нам надо найти сначала разность арифметической прогрессии, то есть разность нашего шага, значимость. Наш шаг равен троечке. 6 минус 3 – это 3. 9 минус 6 – тоже 3. 9, 12 минус 9 – тоже троечка. Давайте сделаем вывод, как найти число 15. Число 15 у нас находится 4 шага от первого числа, то есть 1, 2, 3, 4, 5. Это у нас 5 член нашей арифметической прогрессии. Для того, чтобы найти 5 член арифметической прогрессии, я от первого члена, то есть троечки, делаю 4 одинаковых шага, равных 3. То есть у нас получилось 15. Давайте это рассмотрим в виде формулы. Чтобы найти 5 член, я взяла первый арифметический член плюс к этому первому числу. Мы добавили количество шагов, то есть 5 минус 1 умножили на разность арифметической прогрессии, то есть на D. То есть, чтобы найти любое, абсолютно любое, любой член арифметической прогрессии, нам надо знать самое главное первого, сколько шагов нам надо делать и значение нашего шага D. Давайте все это рассмотрим на примерах. Первое задание. Дана арифметическая прогрессия АН-ная минус 7, минус 5, минус 3 и так далее. Нам надо найти А16. Чтобы найти 16 член нашей арифметической прогрессии, мы найдем А1, это минус 7. Мы должны найти разность арифметической прогрессии. Для этого мы отнимаем от минус 5 минус 7. Получается, наш шаг равен двоечке. Чтобы дойти до 16 члена арифметической прогрессии, мы делаем от минус 7 15 шагов, равных 2. То есть минус 7 плюс 30. Будет ответ 23. Ну, теперь давайте найдем сумму арифметической прогрессии до 16 члена. То есть, если здесь выстроятся все члены в числовой последовательности, и мы должны найти их сумму. Для этого мы воспользуемся формулой А1 плюс А16 разделить на 2, умножить на 16. Для того, чтобы вычислить сумму первых 16 членов арифметической прогрессии, у нас все известно. А1 у нас равно минус 7, А16 равно 23. Делим полученное число на 2, умножаем на
16. То есть 16 умноженное на 8. 6 на 8 – 48. 4 – 128. То есть сумма первых 16 арифметических членов прогрессии у нас равна 128. Следующая задача. В первом ряду кинозала 24 места, а в каждом следующем на 2 больше, чем в предыдущем. Сколько мест в восьмом ряду? Первый ряд – это 24. Второй ряд будет на 2 места больше, то есть 24 плюс 2 и так далее, и так далее. Мы должны найти восьмой ряд, количество мест в восьмом ряду. Значит, первый член арифметической прогрессии равен 24, разность арифметической прогрессии равен 2, и находим восьмой член нашей арифметической прогрессии, а восьмой. Равно от 24 мы делаем сколько шагов до 8? 7 шагов равных 2. 24 плюс 14 будет равен 38. Наш ответ — 38 мест в восьмом ряду. Следующая задача. Выписано несколько последовательных членов арифметической прогрессии минус 9, х, минус 13 и минус 15. Надо найти член прогрессии, обозначенный буквой х. То есть надо найти неизвестный член арифметической прогрессии. Здесь мы видим, что наш шаг равен минус 2 из двух последних чисел. То есть у нас числа уменьшаются на 2. Значит, х будет равен минус 9 минус 2 минус 11. Следующая задача. Выписаны первые несколько членов арифметической прогрессии минус 26, минус 20, минус 14 и так далее. Нам надо найти первый положительный член этой прогрессии. Но для того, чтобы решить данную задачу, не обязательно с формулой делать. Надо знать только наш шаг. Наш шаг равен 6. То есть каждый раз я буду прибавлять 6. Числу минус 14 – это у нас минус 8. Дальше еще раз прибавляю 6, будет минус 2. И первый положительный член данной арифметической прогрессии равен 4. Следующая задача. Дана арифметическая прогрессия разность которой равна 1,1, а первое равно минус 7. Надо найти сумму первых 8 ее членов. Для этого нам надо найти а восьмое. А восьмое равен к первому числу, прибавляю 7 равных шагов 1,1. То есть это у нас минус 7 плюс 7,7, то есть 0,7.
находим сумму первых 8 членов арифметической прогрессии, у которых а первое это минус 7, а восьмое равно 0,7. Все это делим на 2. И умножаю на 8. Минус 6,3 умножить на 4. Минус 25,2. На этом мы завершаем наш урок. Спасибо за внимание.